Как украсить праздничный стол и чем удивить гостей? В этом поможет карвинг – искусство художественной нарезки овощей и фруктов. В Химках прошел тематический мастер-класс. Шеф-повар и по совместительству тренер этого вечера Татьяна Караваева рассказала химчанам, откуда пошло новое для России явление. Хотя карвинг известен в мире уже сотни лет. Карвинг уже давно, ему уже 200 лет. В основном он у нас пришел к нам с Востока. Из Японии, Китая, в Японии стараются там дракончиков вырезать, а я все-таки больше пытаюсь там, где много цветов, где много, можно красиво украсить стол. После теории и практика начали с самого простого – вырезание лебедя из яблока. Тут необходима ловкость рук, а также умение пользоваться кухонным ножом. Крылья должны быть ровными. После огурцы, редис и помидоры превратили нарезку в бутоны. Как итог – красиво оформленная овощная тарелка. Городская администрация такие мастер-классы проводит часто. Предложить свою идею для тематической встречи или узнать расписание можно на специальном сайте.